Говорят, что лапшу или даже, пардон, вермишель вешал на уши людям всю жизнь Нострадамус Мишель, что я лгал, выдавая себя за провидца публично, и что глоба правдиви меня, что совсем неприлично. Предлагаю проверить. Сейчас зачитать буду рад предсказание, что я написал 5 столетий назад. Начинаю. Один человек с кличкой Вечно живой, при бородке, картавый и с лысой почти головой, мысль озвучит с трибуны, что будет серьезно весьма, мол, важнейшим искусством являться должно синема. И вот годы спустя в государстве на севере диком киноприз учредят под названием божественным Ника. Во главе его будет толстяк, мудрец, что в веселой игре восседает в жюри, молодец, вхож в любой кабинет, на короткой со всеми ноге, с римским именем Юлий, с фамилией что-то на Г. Сквозь века мне такая занятная видится штука. Будет с Никой возиться Гусман до последнего пука. И при этом золотая какая-то грозная птица пук захочет приблизить. Но солнцем она утомится и расскажет та птица с экрана немало интимного после съезда солидного, очень, но нелегитимного. За мужскую неглавную роль будут Нику вручать. А теперь предскажу, кто же будет ее получать. Это будет актер, что имеет значительный стаж по фамилии то ли Грильяж, то ли Челкаш, то ли вообще Россельмаш. Он мужчина брутальный, не какой-то изнеженный гей. Звать его не Абрам, не Иван, не Чулпан, а Сергей. Это точно. Но если еще предсказать поточнее, то фортуна сегодня навряд ли отметит Сергея. Я хочу заявить вам, причем заявить без обмана, что награда сегодня найдет скомороха Романа. Да, Мадянов Роман. У него из особых примет худоба, рост высокий, при этом он жгучий брюнет. Нет сомнений, что Нику сегодня получит Роман. Или нет?
Звезды мне говорят, что призер из армян. И что некий носатый артист вылезает на сцену, не Роману вручает он приз, не Сергею, армену. Все пророчества точные, чистая правда. Смотри-ка, у кого-то из трех непременно окажется Ника. В наши дни роль плана второго – главный на Нике приз. Это логика нынче, а не чей-то властный каприз. Россия – это страна-загадка, поэтому в ней роль плана второго, роли первого плана главней. Но как предсказание? Доказывать больше не надо. Громко крикну сейчас, кому выходить за наградой. Роман Мадянов.